Прочитаю вам стихотворение, премьеру. Беспонтовые. То, что я скажу, небезызвестно, если честно. Опытом я проверял это повсеместно. Если честно, меня пугают модно одетые. Если честно, меня пугают нагретые. Меня пугают расфуфыренные в дорогое. В жизни меня вставляет совсем другое. Вернее, другие. Чистые, скромные, простые, родные. Они такие человечные, но они не вечные. Они такие беспонтовые, людские. Среди них иногда встречаются святые. Душой. И я им тоже не чужой. Они с Богом в душе. Они в мире с собой. Они не поддаются влиянию. Они остаются собой. И нет метания.